Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу, как найти Xbox Live в Майнкрафте PAX Edition. Для этого вам придется, во-первых, скачать самую версию Майнкрафта PAX Edition 0.15.0, после чего иметь активное подключение к Wi-Fi. Именно к Wi-Fi, а не 3G, иначе ничего работать не будет. После чего переходите в опции и находите кнопку «Присоединиться к Xbox Live», или выходите на рабочий стол и находите ту же самую кнопку, и нажимаете ее, после чего вы заходите в свой аккаунт, или создаете новый, или, так сказать, регистрируйтесь в этом аккаунте, где вы пишете свое имя, ник, имейл, и просто теперь вводите ваш пароль. После того, как вы зарегистрировались, вводите имейл и вводите свой пароль. Так, ой-яй-яй-яй-яй, я допускаю довольно большую ошибку, поэтому я сделаю немного по-другому, чтобы никто ничего не видел. Я зайду вот так, ждем пару секунд. Секунд 15-20 вас где-то пройдет, в зависимости от вашего интернет-соединения. Так. И, как видите, мы нажимаем кнопку Let's Play, и мы начинаем нашу игру в Майнкрафте с нашими друзьями. Да, как видите, мы подключились, и теперь мы можем зайти в Realms, зайти в настройки Realms, то есть зайти в интернет, зайти к друзьям. И также очень-очень много другое мы можем теперь делать с помощью входа в Xbox Live. Также будьте доступны, у вас будут доступны достижения. И, как я сказал, многое-многое другое. Теперь мы можем создать настоящий Realms с помощью вот этой функции. Но, к сожалению, с лайкопатчера это, к сожалению, не происходит. Да, лайкопатчер вы можете скачать, друзья, на сайте Transbox. Я не знаю, почему вы его не можете найти. Он есть везде. А также, когда вы зайдете на любой мир, вам придется подождать несколько секунд, после чего в настройках появится довольно интересная кнопочка. Сейчас у нас ее нет, но сейчас мы маленько погуляем. И теперь заходим в настройки. И теперь вы можете пригласить аж 2 или 3-4 друга, которые с вами с радостью поиграют. Ну что ж, надеюсь, информация была полезной. Ну на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.